Всем привет. Закончил санузел в однокомнатной квартире. Простой ремонт, простая плитка, самая дешевая плитка от белого цвета в Мегастрое за 200 рублей, за 209. Кривая, пришлось повозиться. Самые дешевые панели. Что-то там по 100 рублей, что ли, за панель. Вот. Ванна осталась от застройщика. Унитаз остался от застройщика. Вот так вот. Вот так она будет выглядеть, если использовать одни из самых недорогих материалов. Счетчики повернуты. Открываешь по диагонали, они на тебя смотрят по диагонали. Вот. Ну, тут еще подпер, приклеивается уголок. Там сзади уж не показываю, там трубы остались, ящик сказал ставить так. Вот. Ремонт ванных туалетов, набережная Челны, Нижнекамск.